Привет, парни, привет, YouTube. Ребят, чисто случайно оказалось так, что фирма «Моторчик» в лице Алексея позвонила нам и предложила протестить для нас пока новый аппарат, еще мы его такой не знаем, называется RM800UTV. Соответственно, давайте мы вам его пока сейчас покажем, и хочу узнать, хотите ли вы его увидеть на нашем канале. Давайте я вам расскажу сейчас чуть-чуть об этой машине. Во-первых, за эти деньги это новшество какое-то, новшество, она идет с музыкой. Делается, насколько я понимаю, как-то вот так. Давай покажем музыку, смотри, какая. Это пока что-то новое. Так, ну а пока ребята ее собирают, для того, чтобы вы могли ее увидеть более интересно, давайте я вам покажу вот приборную панель. Выглядит так все довольно-таки, знаете, так довольно-таки прочно. Такой бардачок хороший. Но мы более плотно займемся ей уже на тест-драйве, да, и покажем, что она может в грязи. Насколько я понимаю, всем же интересно узнать, что может она в грязи. Леша, она идет за эти деньги, она идет как бы еще и с лебедкой, да, правильно? Да, да. А лебедка какой там? 4-тысячная, да? Да, с синтетикой. Ну вот, вот такая у нас, она огромная, она просто, ребят, она просто огромная. Это, знаете, напоминает мне Yamaha Викинг. Бардачок, мне, конечно, очень интересно, что она в бардачке. Да, вот такой бардачок волшебный. Знаете, такой, ух, кондовый бардачок-то. Русская механика удивила, честно могу сказать, она удивила. Здесь 800-й двигатель стоит. А сколько лошадей? 60 лошадей? 60 лошадей, смотрите, какой. Вот смотрите, какая она. Парни, ну вот сижу я за чудесным аппаратом. Так вот раз, у него все загорается здесь. Ой, какой-то ветер здесь поднимается. Просто мы не в салоне еще. Смотрите, вот такое табло у него, жидкокристаллическое, не то что вам, такое, так оно заводится, чувствуется мощь. Смотрите, что идет, значит, идет еще лебедка и идет еще провод удлинителя для USB, а сам USB находится вот здесь, вот видите, для iPhone, можно айфончик подзаряжать, два прикуривателя здесь, один для лебедки, один прикуриватель и здесь еще один прикуриватель. Ну, здесь понятно все, у нее даже гудок есть за эти деньги, так что поворотники вообще вот показывают. А самое прикольное то, что, ребят, значит, руль тут у них регулируется выше-ниже, его можно делать. А самое прикольное, сейчас я вылезу из него, смотрите, какие сиденья. Сиденья просто фантастические, честно могу сказать, они держат спинку, точнее спинку, спину держат вообще, прям вот, честно могу сказать, прям очень-очень удобно. Ну, как я уже и говорил, мы протестим его и покажем вам. Большое спасибо фирме «Моторчик». Я сейчас выложу внизу ее контакты. А я от вас хочу услышать, хотите ли вы ее увидеть на нашем тест-драйве. Все, до новых встреч, всем пока.